мобилизированных города Вологды обращаемся к губернатору Вологодской области и вышестоящим инстанциям с просьбой о помощи нашим мобилизированным гражданам. Подготовка проводилась на очень низком уровне. Выезжали на полигон 4 раза. 16 октября мобилизированные в составе 9-го полка были направлены в Луганскую область с целью охраны территории и обеспечения тыла. Там они выживали в окопах без обеспечения, без дальнейшего обучения, без командиров. Командиры и генералы все находились в теплых домах, а наши ребята жили в окопах. 1 ноября 2022 года мобилизированных начали перебрасывать на передовую линию фронта в районе населенного пункта Сватово. Сказали окапываться ночью. Без обеспечения, без полного, без лопат, без техники, без всего. Без вооружения были только автоматы. Ребята попали под сильнейший смертельный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. Подвергались минометным обстрелам, атакам дронов. Их убивали как противник, так и наша артиллерия стреляла по нашим ребятам. По словам президента, мобилизированные не должны направлять в боевые действия. Тем более в нашем случае не было обучения боевого слаживания. Просим вернуть наших мужей, сыновей из этого ада. Верните наших мужей домой!